Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня будет у нас необычное видео. Дело в том, что мне прислали 5 купальников и 3 комплекта белья с сайта AliExpress. И как показывает практика, заказывая с AliExpress, у нас нет возможности померить, пощупать, посмотреть качество, поэтому зачастую возникают сомнения, стоит ли заказывать или нет. Что привлекает? Обычно цена на AliExpress примерно в 2-3 раза ниже, чем цена в магазине. Это, конечно, приятно, но может быть неприятный момент, когда мы получили, например, купальник, и уже начался пляжный сезон, а купальник по размеру не подходит. Предупреждаю вас, что это видео не проплаченное, чисто бартер. Мне прислали купальники, я про них рассказываю. Итак, что хочу сказать по качеству. Все понравилось, в принципе, нет претензий вообще, потому что отличная строчка, все прекрасно сделано, интересные лекалы. Итак, первый комплект — это купальник раздельный красного цвета, трикотажная ткань в рубчик, трусы танго, лифчик на застежке металлической, лямки регулируются, а спереди вставлена металлическая конструкция, которая держит форму лифчика. Швы идеальные, строчка вся отличная, нету каких-то ниток висящих, которые нужно будет отрезать. В общем-то, качество отличное. Ну что, я побежала в бассейн. Второй купальник яркого, сочного летнего цвета, оранжевый с желтым, лиф в виде топа с регулируемыми лямками, ткань трикотаж рубчиком и трусики с завышенной талией. Очень смотрится эффектно, и этот купальник идеально подошел моей дочке. Ну что, искупаемся? Третий купальник такого приятного нежного цвета, розовый с голубым, верх топ с клепками, идеально все отстрочено, оригинальный маленький узелочек, то есть такой игривый хорошенький топик. А низ мне особенно понравился, потому что эти трусики с регулируемыми лямочками по бокам и отлично сидят. То есть они в меру и попку прикрывают, и в то же время достаточно места для загара. Ох и жара, пора освежиться! А четвертый купальник уже сплошной, ярко-оранжевый, сочный, очень необычный, особенно вид сзади, потому что здесь идет шнуровка, которая позволяет регулировать длину лямочек и при этом придает такую изюминку вид сзади. Но что хочу сказать по поводу этого купальника: мне он не подошел, как бы мою фигуру он не, как бы не подчеркнул, а наоборот испортил, сплюснул вверх. Мне показалось, что низкая посадка у трусиков, то есть хотелось бы больше вырез, чтобы был, но тем не менее я решила, что все-таки я вам его покажу, хотя мне не понравилось. Ну что, примерим? Итак, купальник номер 5, тоже ярко-красный, раздельный, очень необычная форма чашечки, она плотно держится на металлическом основании, форма, конечно, очень красивая, регулируются лямочки, металлическая застежка, а трусики очень откровенные, поэтому я себе такой купальник не захотела, но он понравился дочке, а по размеру не подошел. Вот тут тоже важный момент, всегда смотреть на сайте четко размеры, потому что они в основном всегда соответствуют. Итак, посмотрим, как это выглядит в деле. Ну
Ну а сейчас вишенка на торте — это комплекты белья. Комплекты оказались очень откровенными и сексуальными, что я даже, в общем-то, покраснела, когда их примеряла. Показываю вам первый комплект необычного изумрудного цвета. Я, кстати, давно мечтала о комплект именно в таком оттенке. А на сайте вы можете выбрать разные варианты, как купальников, так и белья. Все, что вам понравится: черный, красный, синий, да любой цвет. Итак, состав: 95% полиэстер, 5% спандекс. Это размер S-ка. На самом деле, мне вот лифчик подошел идеально, а трусики хотелось бы, ну, может быть, даже чуть побольше. Но благо, что здесь все стянется, стрейчевое, все очень хорошо садится. И, в общем-то, качество, конечно, тоже мне понравилось. А Мише-то как понравилось? Ну что, в примерочную? Следующий комплект ярко-красного цвета. Я очень люблю такие невесомые лифчики без косточек, без лишних поролонов. Просто нежное, красивое белье, которое просто украшает тело. Трусики необычной формы, но в этом комплекте я тоже немножечко ошиблась, выписала S-ку. Была бы рада M-ке, чтобы, ну, чуть-чуть было посвободнее. Все идеально отстрочено, лямочки регулируются, трусики необычной формы, смотрятся они очень интересно, кружево стрейчевое, тянется хорошо, и, в общем-то, комплектик мне очень понравился. Ну что, я в примерочную. И третий комплект, самый нежный, самый просто, вот, ну, я не знаю, мне больше всего он понравился. Очень красивый, ажурный, с красивым кружевом, все отстрочено. Комплект состоит из трех предметов: лифчик с регулируемыми лямками, трусики и пояс для чулочков. Кстати, без чулочков тоже хорошо смотрится. Кстати, если вас заинтересовали эти комплекты или купальники, вы можете зайти на сайт, который будет прямо в описании под этим видео, и там же найдете промокод LILY15, и этот промокод даст вам скидку 15% на любой ваш заказ. Ну что, посмотрим в деле.